Доброжелательность, начитанность и хорошая память – качества, необходимые библиотекарю, который часто соединяет в себе психолога, учителя и друга по интересам. В библиотеке номер 3 на Юбилейном проспекте провели акцию «Библиотекарь на час», где каждый смог попробовать себя в этой профессии. Принять участие в акции решила и я. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла поучаствовать в акции «Поработать библиотекарем». Проходите, пожалуйста. А вот и мой первый читатель – Ульяна. Сначала нужно достать ее формуляр, просканировать читательский билет и найти ее данные в базе. Так библиотекарь проверяет, нет ли задолженности. В нашем случае все в порядке. Какую книгу хочешь? Я бы хотела прочитать книгу «Гарри Поттер и философский камень». Теперь дело за малым – найти нужную книгу среди 39 тысяч экземпляров. Да. Через несколько минут мне это удалось. Это одна из моих любимых книг юности. Мне кажется, я ее узнаю из тысячи. Но просто так передать книгу нельзя. Важно ее записать в формуляр. Код, имя автора и название. Кстати, получив книгу, Ульяна не ушла, а тоже решила поработать библиотекарем. Тем более книгами увлекается с 5 лет. Того же Гарри Поттера перечитывает уже в 3-й раз. Я хожу в эту библиотеку очень часто. Я люблю брать фантастику. Мне кажется, работать библиотекарем – это очень сложно, потому что нужно изучить всю библиотеку, все отделы, где какая книга стоит, какой автор, есть ли она в наличии, запоминать очень много нужно. В 2017 году Химкинская библиотека номер 3 на Юбилейном попала в губернаторскую программу перезагрузки библиотек. Ее полностью реконструировали, теперь это библиохолл. Здесь можно не только взять книгу, но и посмотреть кино, посидеть за компьютером, посетить мастер-класс. Здесь прекрасный зал, в котором можно собираться, клубом по интересам. Здесь можно найти себе друзей и знакомых. Здесь можно собраться с компанией людей, которые интересуются не только чтением, да, или изучением каких-то там материалов, но и играми. Специальные зоны, где можно уютно расположиться с книгой, что может быть лучше для книголюба? Возможность читать в рабочее время, разве не для этого устраиваться в библиотеку? Как оказалось, все не так радужно. Хороший библиотекарь – это не просто тот, кто любит читать. Он должен досконально знать библиотечный фонд. Иначе какие книги он сможет посоветовать читателям? Основные обязанности библиотекаря – выдача и расстановка книг, учет посетителей, проведение мероприятий. Также зачастую именно к нему обращаются за советом, что почитать. Определить предпочтения на глаз невозможно, говорят сотрудники библиотеки. Поэтому важно правильно задать вопросы, что делает библиотекаря немного психологом. Каких-то минусов и недостатков нет, потому что в первую очередь мы – это такой портал знаний. Мы приносим людям какие-то интересные факты, проводим мероприятия, не только выдаем книжки. Сотрудники библиотеки утверждают, вопреки стереотипам, читают люди всех возрастов. Старшее поколение любит историческую литературу, подростки – фантастику и любовные романы. А вот детективы и классику читают все. Выбор есть. Сегодня в Химках работают 14 библиотек. Ксения Брагина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.